Всем привет! Сегодня готовлю на завтрак ароматные аппетитные конвертики с нежной творожной начинкой. По вкусу напоминает конвертики с сыром. На приготовление нам понадобится не более 10-15 минут. Этот завтрак настолько вкусный, что у вас наверняка попросят добавку, поэтому советую делать сразу несколько порций. Сделаем начинку. В миску кладем 200 грамм творога, у меня 5%. Добавляем 1 столовую ложку сахара, 8 грамм ванильного сахара и 2 яйца. Перемешиваем лопаткой. Если будет крупинками, ничего страшного. Берем лист лаваша, разворачиваем и выкладываем на него всю творожную начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Затем заворачиваем в рулет. Вместо творога можно взять любой сыр с зеленью. Получится тоже очень вкусно. Осталось разрезать на порционные кусочки. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем и выкладываем наши конвертики. Обжариваем до румяной корочки и как только подрумянились, переворачиваем на другую сторону. При этом начинка из них не вытекает, а остается внутри. После обжарки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. И отправляем на сковороду следующую порцию лаваша. Внутри у таких конвертиков легкая слоеность. Получаются они очень вкусные. Вот такой простой и вкусный завтрак, который очень понравится абсолютно всем. И для этого нам понадобились самые простые и доступные продукты, которые найдутся у каждой хозяйки. Накрываем на стол и сразу подаем горячие к чаю или кофе. На следующий день они тоже вкусные, но очень редко когда остаются. На этом у меня все. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до скорых встреч!